Всем здорова, друзья! Сегодняшнее видео у нас будет посвящено орб-эффектам. Я знаю, я как бы спрашивал вас, ребят, сделать вам орб-эффекты или нет. Вы сказали, делай здесь, делай, хотим видео по орб-эффектам. Будет, ребят. Все, что вы просите, я буду делать. Но нужно время, нужно время. Ребят, в общем, возвращаемся. Все мы знаем, что такое орб-эффект. Орб-эффект — это, может быть, предмет, уникальный предмет, который будет служить нам модификатором атаки какого-либо персонажа, если, допустим, мы соберем данный предмет. То есть, ну... Банально, орб-эффект — это значит какой-то слишком жесткий предмет, дающий какую-то плюшечку. Поняли, да? И, соответственно, что может еще являться орб-эффектом? Орб-эффектом еще может являться какая-либо способность. Конкретно какой-нибудь антимага. Смотрите, у антимага орб-эффект, соответственно, первый спелл — это моноберн. И, то есть, какой-либо из предметов с орб-эффектовых не будет сочетаться с моноберном антимага. То есть, соответственно... Он не будет предмет этот просто работать. Пассивки всегда, то есть, ну, орб-эффекты, как правило, это пассивка. Пассивка, которая будет всегда в любом случае оставаться. Какой бы вы предмет орб-эффектовый не собрали, оно, в принципе, будет оставаться. Но есть тут небольшие нюансы, о которых мы будем, в принципе, рассказывать. Также у Сандкинга есть орб-эффект. Ребят, не стало перебирать всех персонажей, у кого есть орб-эффект. Поэтому обязательно, для того, чтобы понять... У кого персонажа есть орб-эффект, просто проходимся по скиллам, видите, желтую надпись, это значит что-то, какая-то плюшка очень информативная. А если красная, это значит, соответственно, видите, как тут красным выделено ченнелинг, то есть, соответственно, прерывается при движении, это я уже рассказывал. И, соответственно, орб-эффект do not stack, здесь есть надпись. Вот. И у антимага также есть надпись. У меня докачанный бёрн, поэтому написано орб-эффект, красным написано даже. Просто красным, это значит, нужно обратить внимание. Это значит, что-то интересное. И, соответственно, переходим уже к предметам с орб-эффектами. Все мы знаем, что предметы орб-эффектовые находятся вот в этой лавочке. Это лавочка типа Виспик, да, Enchanted, понимаю. И, соответственно, у нас все тут предметы имеют орб-эффект. Но не все, вру. Некоторые предметы... были в 85-й карте немного переработаны, и с них убрали орб-эффект. О них я расскажу чуть позже. Смотрите. Фух. Приступаем. Первый предмет, который у нас тут есть, это Саша-Яша. Саша-Яша у нас не является орб-эффектом, как оно было в тех старых дотах. Соответственно, нельзя было собирать на персонажа, у кого есть орб-эффект. А сейчас, в принципе, можно. Можно собрать Сию на антимага. Она будет прекрасно работать. Но антимагу собирают манту из-за того, что у него первый спелл сочетается с иллюзией. То есть иллюзии также моноберны. В принципе, Саша-Яша вы все знаете, ребят, нет смысла о ней рассказывать. Предмет универсальный, не имеет орб-эффекта, его можно собирать. Далее, Сатаник. Сатаник у нас имеет орб-эффект, то есть, соответственно, сатаник нельзя собирать с, допустим, первым спеллом антимага. Вы никак не сможете собрать сатаник, но вы сможете его собрать, но он у вас не будет работать, ребят. Фикс камерой, работай, опа. Вот, фикс, соответственно, ой, фикс, боже, о чем я говорю, о сатанике говорю. Сатаник, соответственно, не будет работать у нас так, как написано, смотрите, орб-эффект do not stack. Не будет у нас он работать с первым спеллом антимага. Там, с Сандкинга с третьим спеллом. То есть, соответственно, мы соберем этот предмет. Да, мы будем получать статы, но основную фишку, лайфстил, мы не будем получать. Соответственно, переходим к следующему предмету. Следующий предмет у нас Madness. Madness также у нас имеет орб-эффект. Причем, в принципе, такой же, как и Сатаник. И поехали далее. Тут, блин, орб-эффект, Madness, да, это и так понятно. Далее, смотрим, Жолнир. Жолнир у нас имеет также орб-эффект. Как написано? Понятно? Понятно, понятно. Вот и все. То есть есть орб-эффект и есть. Все, далее тут нечего говорить. Далее, переходим. Скади. У нас есть Скади, мы имеем орб-эффект. Скади тоже предмет орб-эффектовый и, соответственно, do not stack melee написано. То есть с ближним боем не стакается. Но этот предмет мы будем сейчас немного разбирать тоже. И, соответственно, у нас есть тут Дизоль. Дизоль тоже имеет орб-эффект. И с чем это все стакается, я вам сейчас буду также показывать. Плюс, смотрите, у нас тут есть Diffuse. Все мы знаем, что диффуз в 83-й карте это орб-эффект, а в 85-й это уже не орб-эффект. То есть, соответственно, данный предмет будет сочетаться как с сатаником, так с Жолниром, в принципе, так и со Скади. Давайте уже перейдем к тестам. Я хочу подробно показать, что с чем работает и что с чем не работает, соответственно. В общем, давайте возьмем антимага. Что подойдет антимагу? Смотрите, я сделал вот такую, так сказать, правильную вот эту... полосочку сбора, не полосочку типа, но вы поняли. То есть я взял вот эти все предметы и разбил их на две группы. Соответственно, что с чем будет стакаться и что у нас нейтрально. И в принципе, какие предметы, даже я немного неправильно сделал, надо было нейтральный предмет немного в сторону положить. Но все равно, запоминайте эту веточку. Скади, Сатаник, Маднес, Володя, Диффуз, Дезоль и, соответственно, Молния. Что у нас тут вообще, что к чему?
Все мы знаем, что такое Владимирс, ребят. Владимирс находится вот в этой лавке. Сейчас он затылок чешет, смотрите. Понимаю. Володя находится у нас здесь. Володя не имеет орб-эффекта. Что такое вообще Володя? Володя что у нас вообще дает, ребят? Володя дает ауру. Ауру, позволяющую вампириться. Понимаете? Смотрите. 15, сколько? 10% лайфстила, 15 плюс 10% лайфстила, аура для мелии и ренджей, соответственно. И собрав Володю на дальнего персонажа, она будет работать. То есть это не будет орб-эффектом. Также собрав на антимага, Володя будет прекрасно работать. То есть она будет работать с нашим первым. Смотрите, идет отхил, идет эффект и, соответственно, идет моноберн. То есть Володя — это нейтральный предмет, который не является орб-эффектом. Его можно со всеми этими предметами сочетать, которые мы сейчас будем разбирать. Переходим. Будем сначала разберем антимага, потом остальных как бы персонажей. Антимаг у нас имеет орб-эффект. Напоминаю, работаем с орб-эффектами. Скади берем. Что у нас будет со скади? Со скади у нас ничего не будет происходить. Не работает у нас скади. Да, кстати, я пробовал, ребят, обузил, не прокачивал и подбирал скади. Не работает. Не работает. Это пофиксили на 85-й карте в 314-й уже. Ну и ниже, по-моему, тоже уже не работало. Соответственно, скади антимагу не подходит. Далее, сатаник. Сатаник также имеет орб-эффект. Сатаник также не подходит нашему персонажу, потому что у нас уникальный модификатор атаки. Возвращаем сатаник на место. Маднес. Маднес нам также не подходит. Не подходит для антимага, потому что у него орб-эффект. Соответственно, вывод. Эти предметы никак не сочетаются. Ну, боже, что там такое едет? Эти предметы у нас не сочетаются с родным орб-эффектом. То есть ему, антимагу, нельзя эти предметы собирать. Айо в скаде, маднес, сатаник. Переходим далее. Володя. Володя мы разобрали, это аура. Можно собрать, если у вас персонаж с орб-эффектом, можно собрать Володю. Далее переходим. Дезоль. Дезоль тоже очень интересный предмет, тоже имеет орб-эффект. Работает ли он на антимаге? Нет, соответственно. Этот предмет еще один, который нельзя собирать на персонажа, у кого есть орб-эффект. Соответственно, антимагу орб-эффект от Дезоля тоже не заходит. Далее переходим. Диффуз. Очень интересная механика у диффуза на антимаги, соответственно, на антимаги диффуз почему-то не работает, ребят. На антимаги диффуз не работает. То есть, соответственно, у нас идет родной моноберн, хотя диффуз не является моноберничим таким... Ой, моноберничим орб-эффектом и должен работать с орб-эффектом антимага, но он почему-то не работает. Соответственно, диффуз нам тоже не подходит на антимаги, соответственно... Этот предмет тоже антимагу нельзя собирать. Ну, то есть, не только антимагу, а персонажам, которые есть орб-эффект ближнего боя. Соответственно, переходим к молниям. Молнии у нас также имеют орб-эффект. Смотрите, покажу. Извиняюсь. Имеют орб-эффект, смотрите. Орб-эффект у нас так. Но, особенность. Молния вылетает. Молния вылетает, ребят. То есть, видите? Это такой предмет, который у нас работает. Он имеет орб-эффект, но он работает на антимаге. В принципе, он даже не только на антимаге будет работать, Сандкинг. Сандкинг имеет также у нас орб-эффект, давайте подберем на Сандкинга. Работает его третий спелл с орб-эффектом и вылетают молнии. То есть, соответственно, молния у нас отличный такой, тоже можно сказать, универсальный предмет, который подходит для орб-эффектовых персонажей. Далее. Извиняюсь, ребят, просто долго реально записываю, и, соответственно, хочется донести как можно больше информации для вас. И поехали далее. С ближним боем и орб-эффектом мы разобрались. Далее переходим, смотрим. Давайте возьмем, допустим, снайпера. Снайпер у нас персонаж, сами знаете какой, ему все подряд собирают. Берем скади. С чем у нас скади будет сочетаться? Можно взять сатаник. Изи, смотрите. Отхил идет? Идет. Замедление идет? Идет. Это работает, это отлично работает. Выкладываем сатаник. И скади, хорошо, берем маднес. Маднес также можно взять с скади. Это будет отлично работать. Видите, идет замедление, все хорошо. Далее, выкладываем. Все отлично работает. Володя, Володя это универсальный предмет, который подойдет на любого, в принципе. О нем мы уже, в принципе, забыли. Я уже показал и рассказал. Далее, диффуза. Интересно сейчас будет. Диффуза, берем диффуза. Диффуза работают, дальний бой, все хорошо. Берем дизоль, смотрим. Дизоль и диффуз работают. Дизоль, диффуз. Не переходим в левую ветку. Почему? Я вам расскажу чуть позже. Смотрите, дизоль, диффуз, все работает. Отлично, мана сжигается, минус армор, идиот. То есть висит статус. Берем молнию. Будет ли у нас эти предметы работать? Будут три предмета эти работают. Отлично работают эти три предмета. Молнии вылетают, мана сжигает.
И, соответственно, арморчика нет. Изи. Далее. Выкладываем. Возвращаем Дезоль сюда. Хорошо. Разобрались на дальний бой. Теперь Дезоль, Скади. Почему у нас веточки разные? Сейчас поймете. Смотрите, как это работает. У нас Дезоль стоит первым айтемом. Скади у нас, видите, не вылетает. Соответственно, Дезоль у нас поэтому работает. Выкладываем Дезоль. Теперь будет работать Скади. Армора снимать он не будет. Скади, потому что у нас, во-первых, Дезоля нету. В паке сейчас упадет уже. Там время идет еще. Минус армора. Соответственно, сейчас упадет и будет все показано. Смотрите. Ждем, ждем. Все, минус армор упал. Замедление есть. Берем Дезоль. Не работает. Не работает. Какой предмет вы раньше возьмете из вот этих двух? Эти два предмета, почему я разделил ветки? Потому что они ни с чем не сочетаются. Именно, то есть, именно не ни с чем, а именно вот эти два предмета, они между собой никак не сочетаются. То есть, соответственно, собрав Дезоль и Скади, вы не добьетесь успеха. Не добьетесь никак успеха, ребят. Поэтому как-то вот так вот. Теперь посмотрим. Дезоль с Маднесом. Дезоль с Маднесом, ну, не будут они работать, ребят. Поэтому я создал эту веточку. Дезоль с Маднесом работать не будет. Выкладываем Маднес, берем Сатаник. Также с Сатаником. Также с Сатаником это не будет работать. Соответственно, ребят, вроде в принципе и все по орб-эффектам. И как бы тут более ничего не нужно знать. Запомните, две разные ветки. Скади, Сатаник, Маднес, Мжолнир и Диффуз, это все будет работать. Но Маднес и Сатаник работают так же, как и Дезоль с Скади. Что первее вы возьмете, то, соответственно, и будет у вас работать. То есть, и как бы, ну, собирать, в принципе, Маднес и Сатаник, это, мне кажется, такая бредятина, ребят. Что-то одно. Сатаник, знаете, вот дефолтные сборки. Сатаник, Скади, Молния. Вот. Вот эти предметы можно. И можно Дезоль, Володьку, Диффуз и Молнию. То есть, соответственно, вот так вот запаковались. И пошло. У вас снимается мана, минус армор, вылетает молния. То есть это все работает. Но вампиризм идет из-за того, что у вас аура, Володя. То есть как бы все на изи. Соответственно, вот такой вот небольшой, ребят, для вас обзорчик сделал. Запомните вот эти ветки, что с чем стакается. И, ху, ребят, очень тяжело разговаривать, если честно, очень много говорите. И не хочется запинаться для вас специально, чтобы вам было поинтересней это все слушать. Соответственно, вот у нас вот такая вот веточка получается. Скади у нас сатаник, плюс можно взять диффуз и молнию. Это все будет работать. Я уже забыл, честно, показывал или нет. Вот, допустим, вот так вот. Смотрите, вылетает у нас молния. Работает у нас Маднес, идет от хил, идет моноберн. Все это работает, эти предметы абсолютно работают. Можно Маднес заменить сатаником. Это все отлично, все работать будет. То есть сатаник идет, идет, все работает. Молния идет, все идет. То есть вот эти нейтральные предметы, которые вот они. Вот это три, по сути, три нейтральных предмета, но я сделал отдельную веточку. Хотя надо было, знаете, как сделать? Вот так вот надо было сделать, что вот это нейтральные предметы. Вот так. Они вроде бы имеют орб-эффект, но диффуз у нас не имеет орб-эффекта. И вот сатаник. Сатаник, в общем, это единственный... Ой, сатаник. Дезоль, это единственный предмет, который не сочетается с вот этими предметами. То есть он не может сочетаться с Маднесом, не может сочетаться с сатаником, со Скади. И как бы со всем остальным он сочетается. То есть он будет сочетаться с Володей, с Мажором и Диффузой. Вот, как бы так. Касаемо орб-эффекта, то есть, допустим, смотрите, Санкинг у нас подбирает. Дезоль не будет работать у нас. То есть, Дезоль это какой-то сильный орб-эффект, который не работает. То есть, соответственно, с орбой, ну, соответственно, орба и есть орба. Запомните, какие предметы работают с орбами. Предметы работают с орбами. Диффуз, работает мажор, работает Володя. Но Володя это не орб. И, соответственно, вот, в принципе, это и все. То есть, вот эти предметы отлично будут сочетаться с орб-эффектом. То есть, вот. Все, в принципе, тут и так понятно. Более тут нечего сказать, ребят. Выкладываем обратно все. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Хорошо. Теперь, все мы знаем, что у Луны вылетает варнинг. Так, нужно побыстрее там закончить эту всю тему, потому что... Там сейчас запушат крипы просто. Все мы знаем, что у Луны вылетает варнинг. Типа, якобы ей нельзя собирать там какие-то предметы. Типа, ну, чтобы, типа, сплэш не будет работать. На 85-й карте это немного пофикшено. Смотрите, мы взяли Скади. Скади у нас работает. Вылетают у нас глейвы. Все хорошо. И Скади замедляет основную цель. То есть, соответственно... Нашей дурочке можно собрать вот такие предметы. То есть, сатаник Скади, дефолтная сборочка, сатаник Скади, жир плюс отхил. Ну, и, соответственно, это все у нас будет работать. А на 83-й карте это не работает. В общем, ребят, вот такой вот для вас сделал обзор по предметам. Именно по орб-эффектам. Надеюсь, вам этот видос вам чем-то поможет. Я извиняюсь просто, я реально заговорился.
Фу, просто я уже пишу 40 минут. И то есть только сейчас выдал какой-то хороший результат уже с каким-то планом и конкретно какой-то конкретной, соответственно, разговорной темой. Ребят, в общем, вот такая вот тема. Запоминайте вот эту всю тему. То есть у нас имеет вот такую вот примерно веточку. Ну, я сделал так, чтобы было красивее. То есть я вообще сам перфекционист. И, соответственно, смотрите, Madness, Скади и Сатаник. Эти предметы будут, в принципе, сочетаться. Володя также будет сочетаться с Сатаником, с Маднесом. Ну, потому что это аура. Это аура, как Леорика аура. И, соответственно, запомните, вот эти нейтральные предметы. Володя, Жолнир, Диффуз. И жесткий самый предмет — это Дезоль, который ни с чем работать не будет из вот этой ветки. А с нейтральными оно будет работать. Вот такой вот у нас, ребят, обзор по орб-эффектам. Я надеюсь, реально он вам поможет, и, соответственно, это все. Надеюсь, ничего не упустил. Если что, напишите в комментариях, как вам зашло, понятно ли вам или нет. И, соответственно, это все, ребят. Всем спасибо и до скорого.